Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях наши давние и добрые друзья. Арт-группа Ларго и ее солисты Владимир Соколов, Владислав Судаков. Здравствуйте. И Александр Порожный. Здравствуйте. Это действительно давние и добрые друзья нашей ханты-мансийской епархии, да и, наверное, всей Югры. Потому что на концертах группы Ларго побывало очень много прихожан, храмов и епархий самых разных городов. Давайте тогда вспомним, как состоялось ваше первое знакомство с Югрой, с епархией, какие были впечатления и что, может быть, с тех пор изменилось? Ну, вы знаете, первое впечатление. Мы когда только приземлились, вышли, огромное море снега. Такого количества снега мы не видели никогда. Но, вы знаете, несмотря на этот снег, несмотря на холод, здесь удивительно теплые люди живут, потрясающие. Настолько радушные, настолько солнечные, что не замечаешь этого холода. Первое знакомство наше состоялось таким образом. Мы прилетели на юбилей к Владыке Павлу, поздравить его и спеть несколько произведений из своей концертной программы. И, собственно, с этого юбилея, с этого праздника началось наше знакомство с Югрой. Пройдут, все друзья отойдут, не
незаметно приблизится старость, но всегда ты тверди и в душе говори. Слава Богу за скорбь и за радость, но всегда ты тверди и в душе говори. Слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все. Богу за скорбь и за радость. Итак, когда в репертуаре группы впервые появились духовные нотки, повлияло ли как-то вот на ваше творчество знакомство с владыкой Павлом, с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским? И вообще изменилось ли что-то, может быть, в вашей жизни лично? На самом деле повлияло. Все началось с того, что после вот знакомства возникла идея участвовать в таком концертном туре в поддержку, вернее, не в поддержку, а в момент празднования пятилетия образования епархии. И для нас приглашение было огромной честью. И, собственно, для того, чтобы хоть как-то подготовиться к этому, мы понимали, что и духовная направленность в этом туре имеет значение. И поэтому мы подготовили духовный кант «Слава Богу за все». Это вот первое произведение, которое мы взяли в свой репертуар. Вот такое осознанно мы готовились к нему. Ну, конечно же, многолетие и так далее, вот это всегда у нас было. Мы знаем, что 5 ноября, совсем недавно, в Центре искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске состоялся благотворительный сольный концерт вашей группы, посвященный Дню памяти святителя Нектария, архиепископа Тобольского и Сибирского. На концерте состоялась презентация диска с духовными песнопениями «Благодарю тебя, мой Вседержитель», выпущенного по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, и часть песен, мы знаем, написана на его слова и его музыку. Как проходила работа над этим диском? Каково его содержание? В чем были главные творческие задачи? И как их удалось раскрыть или разрешить? Самая главная задача была в этом диске рассказать людям о том, что нужно благодарить чаще Господа. Через песню, через слово, через общение друг с другом мы должны чаще обращаться с благодарностью. Мы всегда просим, а часто ли мы благодарим? Вот мы хотели в этом диске показать разные стороны человеческой души. И исповедь, и грешный человечий мы там записали, и великую песню «Прощание славянки». И все, за все нужно в жизни благодарить Бога. И вы знаете, первой песней, естественно, этого диска является песня «Благодарю тебя, мой Вседержитель». И поет ее на этом диске, на этой пластинке, запевает владыка митрополит Павел. Это, знаете, получилось как-то даже промыслительно, то, что вот именно митрополит звучит на пластинке и поет благодарность Господу. Удивительно, прям просто удивительно получилось. А мы очень тихонечко подпеваем, и получился такой квартет. Для нас это, конечно, ну, великая радость, что так случилось. Мы никак не могли на такое надеяться, но это произошло. Еще на этом диске есть песня «Исповедь души», ранее написанная владыкой Павлом. Кстати, она вошла и в первый альбом «Слава Богу за все», но там мы сами исполняем эту песню. А на вот диске «Благодарю тебя, мой Вседержитель», да, владыка Павел здесь вот исполняет эту песню. Вернее, мы с владыкой Павлом пытаемся исполнить пытаемся «Исповедь подпевать. Души». Ну, вы знаете, вот да, по поводу дизайна этого диска, когда владыка, мы советовались, говорим, владыка, в каком тоне сделать? Он говорит, давайте что-нибудь такое легкое, светлое. И действительно, получилась очень такая легкая, воздушная композиция, вот храм, который в Ханты-Мансийске все знают и любят, и такой, знаете, закат, легкий-легкий закат. Вот, на наш взгляд, это очень так символично и очень тонко. Получилось так нежно. Да, получилось очень нежно. И, знаете, очень мы довольны этой пластинкой.
Благодарю тебя, мой Вседержитель, благодарю, Создатель мой благий, за плоть, за кровь и мою душу, за все тебя благодарю. Творец ты мой Создатель, ты датель жизни на земле, спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле, и всех живущих на земле. Благодарю тебя, мой Вседержитель, благодарю за то, что ты простишь, простишь, примешь и обнимешь. Благодарю за все тебя, благодарю. Творец ты мой Создатель, ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле, и всех живущих на земле. Благодарю тебя, мой Вседержитель, благодарю за веру, надежду и любовь. Любовь твою к нам безграничну, ко всем земли живой. Творец ты мой Создатель, ты датель жизни на земле. Спаси метущуюся мою душу и всех живущих на земле, и всех живущих на земле. В основном, как бы, самая главная задача, чтобы то, что вошло в этот диск, дошло до сердца слушателей. И вот если народу понравится то, что мы сделали, значит, мы свое дело выполнили. Нам кажется, что мы вложили, по крайней мере, душу. А вот какой результат будет, это будет видно по тем отзывам, которые... Потому что совсем недавно была презентация диска, несколько дней прошло. Поэтому время покажет. Я хотел бы поблагодарить вас за то
творчество и совместное творчество, которое тоже частично здесь исполнялось на мои слова и музыку. Хотелось бы пожелать вам тоже успехов, сил духовных, физических, чтобы на всех хватало и всем приносить радости побольше. Храни вас Господь. Еще один вопрос, касаемый такой, может быть, попробуем поглубже понять структуру, может быть, песни духовной. Вот духовная песня, она, безусловно, отличается даже от самой проникновенной песни народной. Вот чем, как вы считаете, может быть, какой-то особой гармонией, мелодикой, может быть, глубоким религиозным содержанием, может быть, чем-то еще? И вообще, как правильно передать эту уникальную духовную интонацию? Что для этого необходимо? Может быть, какие-то вокальные способности особые? Или какой-то особый внутренний настрой? Вообще, можно ли здесь говорить о некоем присутствии благодати, как вы думаете? Ну, во-первых, это всегда содержательный текст, и нужно верить, ну, понимать то, что ты поешь. Если ты просто поешь и не понимаешь, просто буквы произносишь, то, конечно, ничего не получится. Нужно через себя пропускать, и как православный человек понимать, что сердце, ну, смысл какой у человека в жизни? Быть сердцем чистым перед Богом. Вот эти все песни, они об этом и говорят, в принципе. Такой смысл. Также то, что вы сейчас перечислили, все должно быть в песнях, которые ты поешь, именно духовной направленности. Без чистых помыслов, без чистой души и без благословения, в первую очередь, не получится. Нужно чувствовать. Чувственность, она всегда передается и залу, и слушателю, который будет это слушать на машине или еще где-то. Это всегда передается. И нам говорят, что у нас это получается. Мы ничего специально не делаем. Мы просто вот такие, какие мы есть. Мы в жизни так же живем, мы на сцене так же живем. Но нам всегда кажется, что у нас не получается. Да. Да, но мы стараемся. Самые главные критики нашего творчества — это лично мы сами, потому что у нас постоянно разбор полетов, и мы как бы вечно недовольны, вот что-то не так получилось. А вот если добавить к вашему вопросу о студийной работе, то тут очень сложно, оказавшись просто вот в студии перед микрофоном, передать вот эту энергию. Потому что концертный зал — это общение живое с людьми. И ты видишь глаза детей, взрослых людей. Ну, разная публика приходит. Тебе легче настроиться, когда вот аудитория. А когда это просто микрофон, и за стеклом вот там, ну, операторы работают, стоишь перед микрофоном, то нужно все время настраиваться. И вот в этом самая сложность студийной записи. Ну, это наверняка все артисты знают, даже обычную песню. А уж что говорить про духовную музыку, здесь нужно какой-то поймать тон такой вот молитвенный, что ли. Ну, конечно, то есть в этом должно быть какая-то вот такая вот изюминка. И мы над этим очень долго работаем, потому что один дубль, второй дубль, третий дубль, слушаем, ну, чего-то не хватает. Или, допустим, спел один, другой спел, смотрим, получается. Если не получается, можем поменять местами, вот первый, кто-то другой споет. Ну, то есть это постоянный творческий поиск, и это очень интересно. Самое главное, что нам это очень нравится. То, что мы делаем, нам очень нравится, наверное, поэтому и получается так вот неплохо. Вы знаете, отзыв прочитали у себя в Инстаграм. Одна женщина, когда увидела клип «Благодарю тебя, мой Вседержитель», написала: «У меня была настольная книга, а теперь у меня есть настольная песня. Благодарю тебя, мой Вседержитель». Это очень приятные отзывы. И вообще социальные сети — это сейчас двигатель. Нас узнают через социальные сети, узнают через Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. И там православного репертуара, православной музыки не хватает. Мы это видим, и мы хотим, чтобы больше было контента. Для нас это очень важно. Святых князей предков наших,
славна наша вера, православна. Вера простых, вера знатных, вера наша благодатна, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. В ней душа стремится к свету, лучше этой веры нету. Веры вечной, веры славной, нашей веры православна. Веры вечной, веры славной, нашей веры православна. Народ русский просветила, Святой Русью окрестила. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Как говорится, в завершение нашей беседы два классических вопроса. Первый, где можно приобрести вот этот и другие ваши диски? И каковы дальнейшие творческие планы? Будет ли продолжено сотрудничество с нашей Ханты-Мансийской митрополией? Ну, конечно же, в Югре. Вы знаете, очень многие люди пишут, опять же, в социальные сети, где купить диск? Из Иваново, из Ярославля пишут, из Москвы, из Краснодара, там, где мы живем. И ответ очень прост. Ханты-Мансийская митрополия, храмы Ханты-Мансийского автономного округа Югра. И вы знаете, пожалуйста, все это в доступе. Приходите, приезжайте, покупайте, звоните. Есть же телефоны, созванивайтесь, это все очень будет здорово. Для нас это будет приятно. И самое главное, то, что все средства от продажи этих дисков пойдут на нужды церкви. Для нас это огромная-огромная часть нашей жизни. Вот еще момент, просто для тех, кому трудно это будет сделать. Мы настолько, ну скажем, открытый народ, и мы вот первые две пластинки выложили в свои социальные сети. Вот кто просто готов зайти на наши странички, там можно их прослушать, ну или кто изловчится даже скачать. Поэтому мы вот делимся всем, что у нас есть. А по поводу дальнейшего сотрудничества с Ханты-Мансийской митрополией, знаете, это уже сотрудничеством не назовешь. Мы себя чувствуем здесь как дома. Мы приезжаем в родную семью. Всегда. На любой праздник, на любое торжество или просто так, когда у нас где-то концерты не связанные с церковью, мы всегда стараемся посетить и владыку увидеть, и наших друзей добрых, которые работают в Ханты-Мансийской епархии. Для нас это огромное счастье, то, что у нас есть такие друзья.
спасибо вам огромное за беседу. Мы всегда ждем вас в гости. С удовольствием и радостью будем вновь посещать ваши концерты. Напоминаю, что сегодня в епархиальной студии была арт-группа «Ларго». Желаю вам творческих полетов в мире духовной песенной гармонии. Всего вам самого доброго.